Праздник организовали как раз на территории военной комендатуры. Она расположена на улице Тимирязева. Поздравить военных пришли родные и близкие полицейских, которые проходят службу в этом гарнизоне, представители администрации города. На сотрудниках вашей службы лежат серьезные задачи по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на веренной территории. День и ночь вы стоите на страже мира и покоя наших горожан. В разное время личный состав сочинского гарнизона выполнял боевые задачи в Афганистане, участвовал в двух чеченских кампаниях. Сегодня наши бойцы продолжают нести боевое дежурство в Сирийской Арабской Республике и успешно противостоят международному терроризму. Отличившихся бойцов сочинского гарнизона в честь праздника отметили ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации. Военная полиция обеспечивает поддержание правопорядка среди военнослужащих на территории курорта и участвует в обеспечении охраны первых лиц Министерства обороны и правительства страны. В завершении торжественного мероприятия гостям праздника показали элементы боевых приемов и познакомились с передовыми образцами вооружений и военной техники, которыми оснащены подразделения военной полиции в Сочи.